Бизнес-идея возникла у Алексея Манаенкова в 2018 году. Тогда он проанализировал рынок и выбрал направление производства строительных материалов, а именно облицовочного кирпича. В 2020 году, в том числе благодаря поддержке Фонда содействия кредитованию, Алексей приобрел и установил оборудование и выпустил первую партию продукции. Линия за моей спиной, кстати, все станки отечественного производства, готова произвести за смену несколько тысяч кирпичей. Буквально вчера здесь сформовали 5500 кирпичей. В конце смены палеты с готовыми изделиями помещаются в специальные отсеки, где кирпичи обрабатывают горячим паром. На старте производство работало на мощности до 3000 кирпичей в день. Сейчас завод работает в две смены с нагрузкой 150 тысяч кирпичей в месяц. Стройматериалы расходятся буквально как горячие пирожки. На севере Тамбова уже стоит многоэтажка из котовского кирпича, а еще один дом строится прямо сейчас. В ассортименте порядка 12 позиций. Вот, но в целом они схожи. Различия основные по цветам, по размеру, по пустотности. Вот, например, как вы видите, есть пустотелый кирпич, который вот активно продается на высокие многоэтажные здания. Вот. И полнотелы, которые вот идут под скол, под декоративную вот текстуру. В мае этого года мы добавили в линейку наш новый кирпич мультицветной. Он состоит из нескольких цветов. Аналогов такого кирпича в Тамбове нет. Мы первые и, наверное, единственные пока что в своем роде будем производить такой кирпич. То есть он состоит из нескольких цветов. Например, вот этот коричневый с черным и серый вот с черным, допустим. Кирпичный завод обеспечивает нужды клиентов из Тамбова и области, а также второй год работает с партнерами из Москвы. В планах у Алексея масштабировать производство и выйти на крупные рынки. Мы хотим строить свое помещение, здесь мы арендуем. Вот, хотим построить свое помещение, свой большой цех. То есть, если сейчас у нас стоит один пресс на производство кирпича, мы хотим увеличить, конечно, там 5-10 прессов поставить и уже весь Тамбов полностью застроить из нашего кирпича. Почему нет? Помогает развиваться предприятию и особый статус Котовска как территории опережающего социально-экономического развития. Бизнес здесь получает налоговые льготы, и мы надеемся, что о котовском кирпиче скоро узнают далеко за пределами региона. Павел Юрасов, Николай Иванов, Анна Мусатова, «Область новостей».